Индикаторы бизнес-климата в России вырос и после октябрьского падения оказался в положительной зоне, говорится в аналитике Центробанка. Ее подготовили на основе опроса руководителей предприятий разных сфер деятельности, который проводился в первой половине ноября. Основной причиной положительной динамики послужил оптимизм бизнеса на ближайшие 3 месяца. По данным Центробанка, на сегодняшний день в большинстве отраслей объемы производства и услуг снизились, особенно в добыче полезных ископаемых и торговле автомобилями. Исключение – сельское хозяйство, где отмечался более интенсивный рост производства, чем в прошлом месяце. Что касается спроса, ожидания предприятий в целом по экономике в ряде отраслей сохранили позитивный характер. В ближайшей перспективе ожидается рост цен в связи с восстановлением спроса после его спада на фоне частичной мобилизации. Свою роль сыграет индексация тарифов за электричество и водоснабжение с 1 декабря этого года.